связи налаживаются, и кто приехал один раз и изъявляет желание приехать еще, это говорит, ну, о том, что ему нравится, здесь есть интерес. Я рад сегодня, что у нас новые партнеры из более дальних стран, и я вот приветствовал и посла нашей тоже дружественной страны Кубы. Это более далекая страна, уверен тоже, что они будут посещать нас, представители Евросоюза. Разговор в таком широком кругу в первую очередь об экономике, новинки сельского хозяйства, производства, строительства, экспорт услуг, логистика. Это то, что позволяет развивать потенциал любой страны. Сегодня в Беларуси созданы все условия для работы с иностранными коллегами, а благоприятный инвестиционный микроклимат становится основанием для заключения крупных договоров и соглашений. Здесь понимают будущее за серьезными совместными проектами. Да, в первую очередь экономическими, однако это нисколько не мешает развитию других направлений. Мы ставим вопрос, как и все, наверное, вы на первое место это экономику, это экономическое сотрудничество, так как от этого зависит благосостояние любого региона, любой страны. Но мы не исключаем и другие связи, которые должны развиваться, не только торговля. Значит, это прежде всего и развитие туристических услуг. Значит, у нас много что в Беларуси есть посмотреть, так как и в каждой из вашей страны, которая здесь присутствует, есть интересные моменты. Поэтому этим надо пользоваться. И умело использовать этот потенциал значит быть успешным, значит видеть то, что может быть интересно миру. Если не сейчас, то уже в ближайшей перспективе. Вопреки заявленному изначально деловому формату, встреча получилась довольно открытой, а обсуждения плавно переходили к конкретным предложениям. Интерес к Беларуси и в Бресту в мире существует. Город на границе Запада и Востока знают. А потому даже расстояние в тысячи километров не препятствие для того, чтобы найти точки соприкосновения интересов. Я думаю, что у нас большие перспективы, потому что у Кубы интересный и промышленная, и непромышленная продукция, которая здесь, в Брестской области. И мы с удовольствием сегодня смотрели на все, что показывают на выставке, переговорили с губернатором, с правительством Бреста, и думаем, что есть вопросы, о чем надо уже в деталях спланировать и совершать определенные там сдвиги. Куба экспортирует продукты, которые очень могут быть интересны. И уже экспортируют и медикаменты, и биотехнологические препараты, ну и кроме традиционных, которые уже здесь. Конечно же, есть свои проекты и у ближайших соседей. Представители Польши также открыты к долгосрочному сотрудничеству. Проект «Польско-Беларусь». Мы стали серьезными партнерами с Брестом в рамках инициативы «Польша-Беларусь-Украина» в различных сферах. Скоро программа завершается, однако объявлен новый набор, и нам хотелось бы не сбавлять, а наоборот наращивать темпы и развивать все больше важных нашим людям тем. Общение губернатора с представителями дипломатических миссий продолжалось порядка 2 часов. В рамках встречи было обсуждено большое количество тем, которые уже совсем скоро могут получить шансы на реализацию.